Виктория, ну, первое ваше выступление на чемпионате мира. Насколько чемпионат мира отличается от чемпионатов России, этапов Кубка мира, других турниров? Вы почувствовали? Ну, конечно. Во-первых, здесь участвуют действительно лучшие спортсмены. Ответственность выше, потому что родные стены, хочется себя показать. Это тяжелее было, да, из-за этого? Нет, не тяжелее. То есть родные стены, наоборот, помогают. Естественно, еще больше желания, потому что все очень болеют, все очень хотят, чтобы мы выиграли. Волнение присутствовало, разумеется. Ну, естественно. Насколько сильно было? Удалось справиться в итоге с волнением? Я думаю, да. То есть волнение лично у меня до начала встречи происходит, потому что потом уже нету времени волноваться. Ну, команда, наверное, рассчитывала на медали, но не получилось. Ну, будут еще чемпионаты. Себе за этот турнир ты какую бы оценку поставила? Вы знаете, вот сейчас, на данный момент, я не готова пока оценивать. Мне надо немножко время, чтобы провести оценку своего выступления. Ну, забитого двух небитых дают, правда же? Да. Так что, наверное, это тоже опыт. Да? Ну, желаю, чтобы следующее интервью у нас были более веселыми, более после победы или медали. Спасибо большое. Спасибо. Софья, ну, можно сказать, этот чемпионат стал твоим вторым дебютным, нет? Ведь возвращение после большого перерыва. Да, дебютным. К сожалению, не столь удачным, но командные соревнования – это все-таки команда. И, к сожалению, мы заняли почетное 5-е место. Надеюсь, это падение, даже без падения не бывает взлетов. Надеюсь, такого больше не повторится. И следующий важный сезон, следующий год мы сможем себя реабилитировать. Я предлагаю даже назвать это стратегическим отступлением и подготовкой к новой атаке. Конечно, печально. Мы очень расстроены. Мы извиняемся перед всеми зрителями, перед всеми болельщиками. Ну, бывают такие моменты, когда все члены команды проиграли важные свои бои, и из-за этого такой счет случился. Ну, в фехтовании и в женской сабле, в частности, конкуренция очень высокая, что и подтвердил этот турнир. Поэтому от этого нельзя быть застрахованным, мне кажется. Ну, я хотел бы задать вопрос о твоем выступлении на чемпионате вообще в целом, в личных и в командах. Довольна ли ты для себя? Вот, ну, лично для меня, конечно, я пофехтовала с множеством соперников из разных стран. Достаточно уверенно, достаточно удачно. Много приемов попробовала. Для следующего сезона для меня это был хороший шаг, хороший рывок. Поэтому лично для меня неплохо. Но, конечно, сегодняшнее выступление, то, что должен делать, скажем так, спортсмен в команде, мне не удалось лично мне помочь команде. Ну, спасибо. Так, как хотелось. Спасибо.